Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Хоакин Соролья и Бастида, испанский валенсийский художник, преуспел в написании портретов, пейзажей и монументальных произведений социальной и исторической тематики. Его наиболее типичные работы характеризуются искусным изображением людей и пейзажа под ярким солнечным светом Испании и залитой водой. Хоакин Соролья родился 27 февраля 1863 года в Валенсии, Испании. Был старшим ребенком, родился в семье торговца. Начальное художественное образование получил в возрасте 9 лет в своем родном городе, а затем под руководством нескольких учителей, включая Каэтана Капуза и Асенджо. В возрасте 18 лет отправился в Мадрид, энергично изучая картины мастеров в музее Прадо. После завершения военной службы Соролья в возрасте 22 лет получил грант, который позволил в течение 4-летнего срока изучать живопись в Риме, где он был принят и обрел стабильность. Так написано в переводной Википедии. Я зачитываю. В 1888 Соролья вернулся в Валенсию, чтобы жениться на Клотильде Гарсии дель Кастильо, с которой он впервые познакомился в 1879 году, когда работал в студии ее отца. В 1895 году у них было трое детей. В 1890 они с семьей переехали в Мадрид, и в течение следующих десятилетия усилия Соролья как художника были сосредоточены главным образом на создании больших полотен на востоковедческие, мифологические, исторические и социальные темы для показа в салонах и на международных выставках в Мадриде, Париже, Венеции, Мюнхене, Берлине и Чикаго. Специальная выставка его работ, рисунки, пейзажи и портреты в галерее Жоржа Пети в Париже в 1906 году затмила все его прежние успехи и привела к награждению орденом почетного легиона. На выставке было представлено около 500 работ, ранних картин, пляжных сцен, залитых солнцем пейзажей и портрет. Эта выставка поразила критиков и стала финансовым триумфом, хотя последующие масштабные выставки в Германии и Лондоне были встречены более сдержанно. В Англии в 1908 году Соролья познакомился с Арчером Хантингтоном, который сделал его членом испаноязычного общества Америки в Нью-Йорке и пригласил его выставляться там в 1909 году. На выставке было представлено 356 картин, 195 из которых были проданы. Соролья провел 5 месяцев в Америке и написал более 20 портретов. Работа Соролья часто выставляется вместе с работами его современников и друзей Джона Сингера, Саржента и Андреса Цорна. Перенес инсульт в 1920 году, когда писал портрет в своем саду в Мадриде. Будучи парализованным более 3 лет, он умер 10 августа 1923 года. Похоронен на кладбище Валенсии, Испания. Влияние Сороли на некоторых других испанских художников было настолько заметным, что художников, таких как Альберто Пла и Рубио и Хулио Ромеос де Торрес, называют соролиста. Коллекция его работ находится в музее Соролья, который был домом художника в Мадриде, который открылся в 1932 году. Вот так вкратце о испанском валенсийском художнике Хоакин Соролья и Бастида. Данные по переводной Википедии. Пока-пока, до свидания.